Нас сегодня потрепало, помотало, поболтало, так что в руках не удержать, а мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели. Слава Богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли и как умели, да мы и сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет, устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между кресел, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен. Командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Спасибо.